Третий россиянин убежден в том, что Солнце вращается вокруг Земли. Мы решили спросить у наших жителей, согласны ли они с этим утверждением. Ну да. Не знаю почему, но да, согласна. Солнце вращается вокруг Земли? Нет. Оно не вращается вокруг Земли. Земля входит в систему солнечную. И поэтому Земля является спутником Солнца. Земля вращается вокруг Солнца. Нет, Солнце вращается вокруг Земли. Я не согласен с этим утверждением. Ну, наверное. Да. А ты согласна? Конечно. А ты согласна? Да. Откуда ты знаешь такое? Из детского сада. Ты что? Из детского сада. Нет. Почему? Так Земля же вокруг Солнца. Нет. Почему? Потому что Земля вокруг Солнца. Солнце вокруг Земли? Нет, Земля. Наоборот, вращается. Откуда вы это знаете? Со школы. Да. Почему? Ну, не знаю, так изучали. А верить не стоит. Не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Большинство сарикамцев не удалось ввести в заблуждение, и это не может не радовать. Однако исследования в ЦИОМ весьма неутешительны. Только 12% россиян уверены в том, что полный оборот за один месяц совершает Земля вокруг Солнца, а не наоборот.